Яки Кадафи – американский музыкант. Биография. Яки Кадафи родился в Нью-Джерси 9 октября 1977 года. Настоящее имя – Яфи Акиел Фула. Его родители, мать Ясмин Фула и отец Сико Одинга, всегда гордились их африканскими корнями и поэтому назвали сына Яфью, что в переводе с ганского языка «фанти» означает «смелый». Новое имя Яки выбрал себе в честь ливийского главнокомандующего Муаммара аль-Каддафи. Был членом группы «Аут». Кадафи начинает музыкальную карьеру в Нью-Джерси, читая рэп в клубах. В то время он стал известен под псевдонимом Янг Холливуд. Яки Кадафи познакомился с Тупаком Шакуром через родителей еще в детстве. Их родители познакомились в конце 70-х годов на митингах за права чернокожих, однажды в Нью-Джерси. Встретив своего друга детства, Наполеона, Яки Кадафи узнал, что Тупак собирает группу Драмасайдал, в которой будут участвовать его близкие друзья. Яки вступил в группу и участвовал во всех последующих релизах Тупака, в том числе диссах на The Notorious B.I.G. в ключевых треках посмертного альбома Тупака «The Don't Kill Illuminati», «The 7 Day Theory». Гибель Яки Кадафи был единственным свидетелем убийства Тупака, способным опознать его убийцу. Но спустя два месяца после убийства Тупака, 10 ноября 1996 года, тело Яки Кадафи было найдено на лестничной площадке третьего этажа многоквартирного дома по 325 Механик Стрит в Нью-Джерси. Сообщалось, что он был в гостях у своей подруги в Нью-Джерси, когда в него попала пуля. Как выяснила полиция, Яки убил двоюродный брат его друга Наполеона, Редди. Он дал показания, что, будучи пьян на вечеринке, он держал в руках ружье, которое случайно выстрелило в Яки. Рана была смертельной. Личная жизнь. Фула вырос в семье из семи братьев и сестер и матери-одиночки. Фула встречался с Лави Джонсон на момент убийства. Джонсон забеременела от Фула, но он умер еще до их рождения. Память. В 2004 году семьей и родственниками Кадафи был выпущен его первый и по сей день единственный альбом «Sunrise Wall 1». Дискография. 2004. «Sunrise Wall 1».